Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. Ну что? Начинаем открывать шарды. Не зря же ивент начался. Портал. Ну, начнем с зелененьких. Попробуем, что предоставит мне удача. Что-нибудь выпадет. Или просто зеленый хлам. Хотя бы зеленый хлам. Опа, 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 опа. Ну. Ну что, 8 из 20 зеленого корма. Неплохо. Поехали синих. Так, призовем 3 по одному. А потом проверим теорию массовости и призовем сразу по 2 пачки. Вдруг получится. Та-да-дам, та-да-дам. Мне уже завис. Так, по техническим неполадкам. Продолжаем вскрытие. В предыдущем выпал Рубака. Попробуем еще кого-нибудь призвать. Поадекватнее. Надеюсь, сейчас Тамбин залагает уже. Так. Отлично, гладиатор. Еще одного. Та-дам! Отлично, латник. А теперь попробуем призвать массово сразу 10. Вдруг что-нибудь выпадет хорошее. Тан-т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 ан. Из того, что выпало, хорошее только фаталист. Потому что фаталист, как это ни странно, хороший саппорт. Вот кто мне нужен был, по сути. Да. Ладно. И еще раз призываем 10 человек. Кто же будет здесь? Храмовник, язычница, Этель, Каэль, дьяволица, Элейн, Цинк, Ламмеляр, меченый сикач. Ну, в принципе, если бы где-то здесь оказался бы еще и Галик, я бы порадовался, а так. Но этого я на КБ заберу. А ты кто такой, я тебя не знаю. Ты чьих будешь? Атака по врагу, штраф защиты. От здоровья. Атака по всем, штраф атаки и стойкость. Ну, успокойся. Так, теперь самое интересное. Ух ты, мне предлагают купить, но я не хочу покупать. Так, темные осколки, поехали. Кто выпадет мне из тьмы? Ёбаный в рот, так как так-то? Как интересно, как сочно. Дальше. Дезвицы. Что умеешь? Атака по врагу. Дополнительный удар. Небольшой шанс. Накладывает на себя крит шансов. Ходит еще раз. Игнорирует защиту и блок урона. Ну, в принципе, прикольно, конечно, но я, конечно же, его качать не буду. Наверное. Ну, вот и потом. Давай дальше. Ратник. Отлично. Атака по врагу. Крадет 2 случайных бонуса. Но это можно, кстати, на арену. Штраф, блок бонусов. Интересно. И на всех накладывает блок урона на один ход. При фулл скиллах КД будет 4 хода.
Ну, там-там-там. Предшанс только тьмы. Давай пробуем еще раз. Может быть, Лего будет? Ну, почему бы и нет? Нет. Маркиз. Угу. Ты, по-моему, с контратакой. Да. Ну, в принципе, для начала этот герой был бы неплох, если бы он выпал с самого начала игры. Потому что при полскиллах он контратаку вешает на себя постоянно, как палач до его нерфа в бета-версии. Что мне принесет судьба на этот раз? Оу, шевалье, привет. Такое у меня уже есть. В принципе, в фул защите нормальный ход. Два удара с вероятностью еще повторить ход. Просто атака с возможностью оглушить. И бонус защиты и регенерация союзников. Ну, прикольный перс, конечно, но я его просто до полтоса вывел и хватит. Так, я с ним хожу на лаву, если что вдруг. Вполне спокойно фармится 14-я лава. Оу, еще один маркиз. Спасибо, спасибо, спасибо. Давайте мне еще одного шевалье. И еще кого-нибудь одного. И я прям порадуюсь. Вот это поворот! А вот этот топчик. У меня будет второе холодное сердце на КБ. Найс. Ну давай, удиви меня. Ну и стрелок такое себе. Так, ну что, самое интересное, будет ли здесь что-нибудь? Жух! Па-ба-бам. Па-ба-бам. Па-губам. Карам. Кстати, карам. Ну, яд. 2,5-5. При максималке это будет 50% возможности наложить яд на два хода. Шанс крита. И, по-моему, взрыв яд, да? А, и яд превращает в урон. Ну, хотелось бы, конечно, что-то получше. Попробуем еще раз. Благо, у меня есть еще целых два шарда. Точнее, уже один. Угу. Инферно. Ну да, и вправду, почему бы Сакрала не выпустить Инферни? Отлично. Хотя, по сути-то, ну, тоже эпик-то неплохой. И штраф защиты дает хороший. И что там, снимает с себя штраф, и плюс бонус атаки. Тут что-то еще крадет и заполняет свою скорость. Но, к сожалению, у меня есть князь тьмы, точнее, к радости. Поэтому мне это все не надо. Ох, видимо, не видать мне леги, но посмотрим, посмотрим, посмотрим. Да. Фенакс. Привет. Уже второй. Отлично. Чё, там два удара, да? Да, наносит по врагу дополнительные удары, если есть штрафы. Блок бонусов, блок базовых, штраф защиты, штраф скорости. Ну, такой дебафер, но все равно. Хотелось бы, конечно, Легу. Мне что-то подсказывает, что нас наебали. Можно купить один пак алмазов. У этих самых синих шардов. В надежде выбить что-нибудь. Что-нибудь интересное. Где они здесь продаются, рубины. Большой набор осколков. 11 штук. Давай купим, посмотрим, что будет. По входящих. Ага. А, еще и денег дали на их открытие. Ну что ж. Давай одного так призовем. Посмотрим. Еще одна отель. Отлично. Давай еще одного. Та-дам!
отлично. Так, ну, система открытия шардов массовая не принесла успеха. Будем открывать по одному дальше. Может быть, что-то интересное. Чуть-чуть бы, хотя бы легендарное одно. Зачерпнется. Да. Отлично. Давай, удиви меня. Удиви меня. Не хочешь, да? Зачем мне герои, которые падают с компании? Еще один. Отлично, прям какой-то праздник жизни. Мазяфака. Угу, хорош. Ну. Да. Еще лучше. Может быть, на сегодня количество лег кончилось, там, не знаю. Фуф, да, нечего даже предложить, предположить во всем этом. Достойные эпики кончились, как бы только одна зелень пускай сыпется. Акалит, отлично. Я всегда о нем мечтал. О! Нежданно, негаданно подвалила мне покровая маска. Ну, хотя бы так. Хотя бы. Провокация. Ну, все ее знают. Тут тоже нечего говорить. Ах. Ну, давай, последний. Та-дам. Пам-пам-парам-пам. Ну, да. Отличное завершение этого дня. В принципе-то, вот так вот оно и случается. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? Короче, жаба победила во мне. Точнее, жаба мне проиграла, я купил еще 11 камушков. Поэтому гулять так гулять, открывать так открывать. Поехали! Да, походу лучше бы не покупал Гирея. Ворожея. Прям отлично. Дальше. Отлично. Может быть, установиться пока не поздно. Остановиться. Что такое остановиться? Нельзя останавливаться, вызываем дальше до конца. Клирик, наверное, уже 7-й в моей коллекции, но ничего страшного. Конечно, куда же без миссионера? Давай еще. Темная колдунья. Спасибо. Мистик. Ох, как мне это нравится. Серьезно. Кто бы мог подумать? Где ж я так-то неуважительно к кому-то отнесся из разработчиков? Почему мне так не везет на призыв? Спасибо. Отлично, еще одна выражает. Ну давайте. Все. С
Сотрите меня в порошок, в пыль растопчите, размажьте. Блять, их правда размазали. Все. Всем спасибо. С вами был Сварок. Хорошего вам рандома. Благословенного, благосклонного и радостного. Всего доброго. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.